Рядовой Фоминых, ты откуда на фронт призывался? С Алтая я. Ты, рядовой Фоминых, не с Алтая призывался, а ты, рядовой Фоминых, с задницы сюда призывался. Ты же приказ командира не выполнил. Я тебе что приказал? Я тебе приказал, чтобы ты мне трофейного шнапса принес, да? Точно! И что ты мне ответил? Не слышу! Да-то, товарищ лейтенант, попойдите, проспитесь! Что? Да я тебе сейчас без суда и следствия расстреляю. Товарищ лейтенант. Вот прямо сейчас. Но! Товарищ лейтенант, возьмите мою фляжку. У меня там еще 100 грамм их шнапса осталось. Шел вон! Есть! Совсем обленились. Командиров уважать перестали. Ты кто такой? Черт тебя возьми. Я черт. Как у вас ковриет? Это что еще такое? Ой! Товарищ капитан, в ты! В пустой голове руку не прикладывают. Но... В тылу диверсант! В нашем тылу диверсант! Почему раздет, лейтенант Лялякин? Так он меня бесчувственного раздел! Рассупонил, как матрешку, сволочь! Ты с перепоя, что ли, бесчувственного? Разит, как из бочки с брать. Нет, товарищ капитан! Он выпрыгнул из кустов и прямо мне по морде! Здоровый гад! Как вы! И меня как даст по морде! Приметы какие? Здоровый такой! Я не помню, я упал, я не видел. Соедини со штабом, быстро! В общем так, Лялякин, да лялякался. Под трибунал пойдешь! Вот ты у меня где сидишь! Все, товарищ арестовать капитан! Его! Встать! Встать! Пошел! Уведите его! Пошел! Товарищ капитан! Ну, пошел. Пожалуйста! Ну, пошел! Да, пошел!